зале мы проводим очередные слушания по ключевой проблеме, которая волнует каждого человека и каждого. Человеческий потенциал России и стратегия образования для всех. Закон образования для всех готовила большая группа специалистов высшего класса. Здравствуйте, Иван Салферов, царство его небесное, Нобелевский лауреат вместе с Мельниковым, Смолиным, Кашиным, Новиковым, Афориным, Коломейцем, Савинской, вместе с нашими специалистами в области образования, Плетневой, Остариной, подготовили этот закон довольно давно. И мы были уверены, что он пройдет. Более того, Лерас Иванович в этом зале прочитал три гениальные лекции по нашей просьбе. В переполненном зале приглашали специалистов министерства, ведомства, как и сегодня, активно участвовали и слушали. Можно зайти на наш сайт и познакомиться с этими выступлениями. Первое было американский атомный манхэттенский проект и советский ответ, наш советский. Это дало почти 500 новых технологий. Лерас Иванович показал, как наша страна реализовала эту уникальную программу и спасла мир от новой ядерной большой войны. Вторую лекцию он прочитал «Власть и наука» и доказал, что если у страны нет реальной науки и качественного образования, у страны не может быть эффективного будущего. Мы недавно вместе с нашим губернатором Клочковым в моем родном Орловском университете, он выступил с инициатором вместе с Академией наук, министерствами, ведомствами, ключевыми регионами, главными научными школами, провели еще одни слушания «Образ будущего». Но нет будущего без качественного образования и наук. И третья лекция Лераса Ивановича была в ответ на статью, знаменитую статью нашего гения, который в 1949 году выступил против войны, вот, и он показал, что практически весь научный мир тогда объединил усилия для того, чтобы выступить против американского маккартизма, против преследования левых сил и коммунистов. Эйнштейн был во главе этого движения и опубликовал статью в одном из американских журналов «Почему социализм?». Мы ее затем перепечатали в нашей советской России. Сейчас кризис углубляется, он приобрел системный характер. Врагом номер один объявлена наша страна и объявлена Компартия Китая. Компартия Китая объявлена потому, что за последние 40 лет под руководством Компартии Китая продемонстрированы самые высокие темпы социально-экономического развития в мире, в среднем 10-12%. Они только не превзошли темпы, которые давала советская страна в ходе ленинско-сталинской модернизации. Там были темпы 12-15%. Но сегодня успехи науки и образования Китая настолько впечатляющие, что практически весь мир их изучает. Я когда читал лекции в американских ведущих университетах, и потом знакомился с опытом знаменитого Билла Гейтса, который стал главным богачом Америки, я был поражен, что его главным богачом сделали 100 выдающихся математиков. Смотрел список, из них были 50 русские и 30 индусы и китайцы, только 20 свои. Не рожали, не учили, не платили, получили готовеньких. Когда я говорил с ребятами знаменитой математической школы из Новосибирска, здесь у нас замруководитель мэра присутствует, то мне наши земляки сказали, с удовольствием вернулись бы на родину, но куда, на каких условиях, где будем жить, где будем трудиться и работать. Я недавно выступаю на Моссовете, встречая президентным премьером, сказал, давайте вернем наших талантливых ребят. У нас 1,5 миллиона лучшей квалификации специалистов работают во всех лабораториях мира. И они 8 из 10 завтра приедут. Это программа, которую нам придется реализовывать, потому что она позволит полностью реализовать наш человеческий потенциал, который мы уже подготовили. Когда сейчас мы с вами готовимся к 10-летию со дня начала войны, начало войны для нас было трудным и трагическим, но вот здесь, недалеко,
знаменитая Истра, Новый Иерусалим, который 350 лет назад Никон создал святую землю на Московской земле. Так вот, когда допрашивали фашистских офицеров, они взорвали эту святую землю полностью. Можно было наступать на Москву. Фон Бок, недалеко от Химок, он командовал этим фронтом, поднялся на колокольню, смотрел в сторону Кремля, телеграфировал Гитлеру. До Кремля 17 километров. Гитлер, дайте две свежие дивизии, фюрер, дайте две свежие дивизии, и я возьму Москву сходу. У него не оказалось двух свежих дивизий. Шесть дивизий сибирские, те Сталина были подтянуты к Москве, и здесь мы дали первый выдающийся бой фашистскому рейху, отогнав его от Москвы почти на 300 километров. Так вот, для того, чтобы взорвать святую обитель, дивизия СС «Рейх» оставила огромную бригаду, заминировали весь, подняли воздух. Когда допрашивали фашистского командира, он ответил, предельно цинично, но мы говорим удивительно точно. Он говорит, да Москву уже брали, Москву сжигали, но мы давно поняли, пока мы не вырвем корни из вашей души, ваш язык, культуру, ваше образование, пока не уничтожим ваш духовный мир, как показала история, вы снова возродите. Вот этот духовный мир продолжают уничтожать и сегодня. Против него объявлена война. И война эта идет прежде всего в области воспитания и образования. Я демонстрировал в Государственной Думе доклад, который подготовил Всемирный банк. Доклад почти 80 страниц. Каждая глава начинается с того, что надо ликвидировать классическое русско-советское образование и вся система воспитания. И если вы посмотрите, как действовало правительство и министры Фурченко, Ливанова и некоторые другие, вы просто ахнете. Строго в соответствии с этим докладом ликвидировалась система профтехобразования, рынок все отрегулирует. Рынок, оказывается, ничего не может отрегулировать. Сейчас ищут токаря, слесаря и хорошего фрезеровщика. Вот, нам не нужно такое начальное образование. Сегодня большая проблема в начальном образовании. А учитель начальной классовой – это вторая мать. У меня матушка меня учила 4 года в начальной школе, 40 с лишним лет преподавала в сельской школе. Они закладывают все, что связано с личностью на будущее. Качественное образование, учитель начальных классов – это вообще универсал, который знает математику, русский, литературу, музыку, пение и все остальное. Уникальное. Там говорится о том, что не нужны нам инженеры, бакалавры, с магистрами справятся. И сегодня оказалась огромная потребность подготовки профессиональных инженеров. Короче говоря, шаг за шагом ликвидировалось классическое образование, которым всем гордимся. Но оно ликвидировалось прежде всего в финансовой сфере. Назову несколько цифр. Сейчас буду каждый выступать в своей позиции. Мы это приветствуем. У нас очень профессиональная команда во фракции в этом отношении. И Мельников, единственный из Думы, который возглавлял Совет Европы. Здесь у нас комитет возглавлял. Совет Европы возглавлял комитет по науке и высоким технологиям. И академик Кашин, который в этом зале провел блестящие несколько последнее время слушаний, начиная от ценообразования, кончая бюджетом развития. Олег Николаевич Смолин рядом сидит, из-под его пера вышли за последнее время прекрасные работы и классный закон. У нас люди, которые прошли эту школу, полфракции имеют хорошую научную подготовку, сами преподавали в музыкальных школах. Я сам 17 лет окончил школу с медалью. Пошел работать в сельскую школу учителя математики, физкультуры, военного дела. Потом преподавал матанализ и философию. А вот преподавал в том числе и на факультете начальных классов, литературном, на физмате матанализ вел. Мне это близко, знакомо. И мы все сделаем для того, чтобы возродилась полноценная школа, великолепное образование и гарантировалось каждому первое рабочее место. Так вот, обратите внимание, как складывалось финансирование и поддержка нашего образования и человеческого потенциала. Ленин приезжает на съезд комсомола. Молодежь, которая требовала мировой революции, вот с фронтов прибыла. Он первое сказал, надо учиться, учиться настоящим образом. И пока вы не освоите богатство культуры,
которое выработало все человечество, вы не станете настоящим коммунистом. Для молодежи было ошарашивающих выступлений и высказываний. 25-й год после войны, 7-летней мировой гражданской, 12% бюджета направляется на образование. 41-й уже война стоит на пороге, 15%. 43-й год. Только разгромили фашистов, у меня на родине, на Орловской, Курской дуге, сломали им хребет и погнали до Берлина. У меня на родине 800 с лишним братских могил, 450 тысяч похоронено лучших сынов и дочерей нашей великой родины. Принимаются немедленные решения о создании суворовских, нахимовских и ремесленных училищ. 19 миллионов детей досталось в советской стране или с одной мамой, или без родителей. Никого не бросили. Бесплатно учебники накормили, или первое рабочее место, все стали полноценными гражданами. Никого не бросили. Всем руку протянули. 45-й год. 26%, четверть бюджета направили, чтобы спасти и образовать новое поколение, потому что 3 года Гагарин, великий космонавт, 3 года не учился в школе. Он писал об этом потом прекрасно. Он в Смоленщине жил, оккупированный фашистами, в принципе. И полет в космос, первый спутник, 58-й год, первая всемирная выставка. Наш павильон в Брюсселе, весь мир, вся Европа ходит с открытыми, удивленными глазами. Первый в мире спутник макет. Первый самоходный комбайн, который изготовили земляки Николая Васильевича, он на Россельмаше возглавлял крупнейшее производство, он координатор по нашей фракции, главный, в принципе. Там же рядом показывают первый макет атомной станции. Там же наша «Волга» получает главный приз «Лучший легковой автомобиль мира». Это страна, которая потеряла 27 миллионов лучших сынов и дочерей своей родины. И это прежде всего образование. Американцы срочно присылают комиссию и готовят вот такой доклад, почти 2000 страниц. Внутри главная была глава «Что знает Иван и чего не знает Шольни». Они нас обошли прежде всего в школе и на студенческой скамье. И в 10 раз увеличили соревнования в эту сферу. У нас последние 10 лет под все разговоры, в среднем бюджет на финансирование 3,5, 3,6, 3,7, 3,8 и туда и сюда. Хотя надо минимум удвоить. Это главные вопросы, которые нам сегодня предстоит с вами рассмотреть. Закон готов, инициатив много, обращение сделано, бюджет развития нами подготовлен. Образ будущего во многом сформулирован. Мои дети рассмотрели 5 дней назад демографию. На последнем госсовете я президенту сказал, что бы кто ни говорил о каких достижениях, но все достижения реализуются в сфере образования, науки и демографии. Мы с 91-го года, вы все должны это запомнить, русские, которые собрали под знамена за 1000 лет 190 народов и народностей, не сняв ни с кого ни одного скальпа, не унижив ни одной культуры, не похоронив ни одного языка, в советское время 40 народов получили дополнительный свой букварь и свою письменность. Мы все сделали для того, чтобы успешно развиваться и решать эти проблемы. Но с 91 года в результате этого эксперимента, дикого и страшного, когда нас строили возле РСМ, а он нам сегодня объявил войну, мы не нужны умные, сильные, образованные, успешные. Русские потеряли ровно 20 миллионов. Украина потеряла 10. Был 51, 41 осталось. И если дальше это продолжится, надеяться будет не на что. Поэтому вопрос, который сегодня рассматриваем, вопрос главный. Завод можно разбомбить и взорвать. Я его построю за 2-3 года. Если вы разбомбить и взорвете образование, это травма для страны минимум
на 20 лет, а для человека на все оставшееся.